Здравствуйте, дорогие друзья. Буду сегодня слушать трек новый, но я его уже слушала, и клип Макса Коржа «Малолетка». Что хочу сказать? Не люблю, когда вот сразу одно и второе приходится переслушивать. Вот, вроде как бы я уже музыку заценила, и, в общем-то, что-то мне там не очень. Вот. Но трек мне тут говорят, что он высокохудожественный, это раз. Во-вторых, Макс Корж все-таки мой один из любимых исполнителей, это два. Поэтому думаю, что придется слушать. Там уже вы просите. Напишите вот так. В смысле, из какого момента вы вместе не работаете? Послушай, я не знаю, я с ним месяц назад встречался, мы оставляли ему предоплату за звук. Я потом на припев. Ой, малолетка! Что ты мне сейчас предлагаешь? Ой, это твой компаньон, а не мой. Не, ребята, ситуация некрасивая получается. Ай, малолетка! Ну понятно, понятно. Ладно, будем думать, что делать. Давайте, держим связь. Есть вопрос, мужики. Что случилось? В Краснодаре не оплачено ни звук, ни свет. Короче, вообще ничего не оплачено. Ни площадка, ничего. Да ну. А его нет. Он здесь больше... Серьезные парни. Он ушел от нас давно. Оставил меня и сына. Я не знаю, где он. Не знаю. Вы не переживайте. Мы с ним делаем концерт. И нам нужно просто с ним обсудить некоторые моменты. Где он может быть? Откуда я знаю? Он меня в свои дела не посвящает. Его здесь нет. А где он, я не знаю. Его привычки, с кем он встречается, места, где отдыхает. Откуда я? Где батя? Что-то серьезно. Нет у меня батя. Что он натворил? Не переживай. Вернется. Увидите с вашим мужем. Его здесь нет. Спасибо большое. Прям Макс Корж такой бандюган, прям ему не идет. Вот этот бородатый еще, да. Где Катя? Где ты в зале? А курочку надо снимать за столом вообще. Ой, малолетка, ай, малолетка.
путь. Ветер свищет сквозь огромную дыру. Вот такие, брат, бывают в жизни перемены. В каждом подъезде свои примеры. Судите сами, что вам с ним делать. Простите ли высшая мера. Вот так ломается судьба. Давай, давай. Мужская порода. Так, друзья мои, ну, что я хочу сказать. Ну, трек, конечно, да, тут хорошо было сыграно и все так. Может быть, даже и слезу хотела спустить местами. Ну, вот знаете, вот сейчас я такую параллель провела. То есть, вот два моих любимых исполнителя. Макс Корж и Ермак. А у них, у обоих, в общем-то, похожая тема была последняя. Мне как-то больше понравилась именно манера преподнесения именно Ермака. Вот как-то было более красиво и как-то более мелодично, понимаете? Вот у Макса Коржа как-то все было такое, знаете, прямолинейное и рублено, а вот, допустим, у Ермака было с подтекстом, ну, там бывало тоже грязные моменты, но все-таки как-то вот впечатление у меня больше положительного осталось у Ермака. Ну, у каждого есть право выбора, каждый имеет право выказывать и показывать то, что наболело так, как ему нравится. Ну, а нам, зрителям, остается только смотреть. Всем пока!